Привет, моя хорошая, с вами Селена Свей. Сегодня я буду без микрофона, потому что я не хочу его заляпать всякими разными цветами, которые я буду красить. Ну, точнее, я буду красить одним цветом. Как вы помните, я показывала, что у меня много тоников вот такого плана, да? Ну, вот я еще прикупила один голубой. Вот посмотрите, на картинке он прям серый. Я бы хотела такой серый, но нифига он такой не будет, потому что я уже все-таки попробовала на кончике, потому что стало страшно, столько всяких отзывов, блин, не крась свои волосы. Потом не смоешь, еще что-нибудь, девчонки. Просто если у меня загорелись в одном месте кое-что, то это не потушить, пока просто не покраситься или не сделать то, что я хочу. Разочароваться, оплеваться, но сделать то, что я хочу. Только потом я успокоюсь. Уж такая же я натура, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. В общем, мне посоветовали 902. Вообще, я хотела там серый. Вот 902, он сам по себе в раскладке... Ну, вообще такой, знаете, вот примерно как у меня сейчас. Вот такой вот он в раскладочке, вот как вам в видео передается цвет, да? Я говорю, я хочу такой. Она говорит, он такой не будет, он будет синевой, там, это вот там то-то-то. Возьмите лучше вот такой. А вот этот... Подожди. А, да, как вот я хотела такой, что вот как этот... Я запуталась. В общем, она мне сказала, берите вот этот. А вот этот в раскладке обычный. То есть он по мне так, вот такой цвет просто в раскладке. Она говорит, нет, вот он будет то, что вы хотите. Вот такой серый, как вот здесь. Но я попробовала уже на кончике. Сейчас покажу вам. Подержала 25 минут где-то, 30. А, сейчас. Где-то. Нет, это от шампуньки. Вот он. Вот такой у нас должен цвет получиться. Может быть, многие оплюются и скажут, ой, не, не красть, какой ужасный цвет. Блин, но мне нравится, я вот хочу именно то. Я сейчас вам, кстати, вставлю картинки вообще в итоге, какой я цвет хочу. Я буду искать. И если кто-то увидит, вот, что реально такой цвет делается, вы мне говорите, что это за красочка. Лучше, конечно, тоник, который смывается. И мы тогда будем с вами экспериментировать, потому что я хочу быть серой. Я хочу платиновый, серый, жемчужный какой-то вот такой вот цвет. Но вот это приблизительно то, что я хочу. То, что на картинке, это точно оно. Но он еще с фиолетовым, я думаю, когда смоется, будет хорошо. В общем, приступим. Что я буду делать, чтобы окрасить волосы? Я не буду прям чисто тоник наносить. Я делаю то, что мне не жалко испачкать. Под низом это не лифчик, не пугайтесь. Это кофточка. В общем-то... Значит, беру я тоник, беру я Фрутис бальзам, для того, чтобы заодно и подкрепить наши волосики. Беру я перчатки, беру я брызгалку, потому что буду делать на влажные волосы, так мне советовали. Но для того, чтобы не испачкать то, что мне не жалко испачкать, я возьму вот такой вот мусорный пакет и одену себе на голову. Ну, не на голову, на плечи накину. Кто-то бы, наверное, сейчас... сказал бы, один лучше себе на голову. Но нет. Я одену его на плечи. Ну так, немного прикину, я не знаю, вот так вот, вот как-то так. Потому что все-таки красивые цвета маечек у меня. Будет обидно. Испачкать. Но не жалко, так, чтобы прям очень. В общем, пусть будет так. Да? Пошуршим с вами немножко. Вот такая колбочка у меня. В нее я... Давайте мы добавим бальзамчика. Буду делать я прям все руками, никаких кисточек. Добавляю бальзамчик. Я не знаю, сколько нам понадобится. Но я прям не жалею, что ли. И вот бальзамчик туда же. Тоже не жалею. Мне кажется, я по одной трети всего сделаю. А чем мешать-то я и не взяла. А мы с вами ручками и помешаем сразу. Я одеваю перчаточки. Блин, и расческу я не взяла. Девочки, у меня что, одна... Нормально? Я открыла перчатки, у меня одна перчатка в перчатках. Это только у меня может так быть. Где вторая перчатка? Сейчас приду. Вообще у меня, в принципе, так-то неплохой цвет, да? Вам, наверное, вы, наверное, скажете, какой красивый цвет, блонд, не порти его. Да ничего, девчонки, смоется. Зато я потушу пожар в своей душе. В общем, я взяла еще, смотрите, вот такую вот штуку. И мы все это сейчас с вами перемешаем. Синий. Она сказала, что все тоники синие. Я говорю, что, а если красным красить, он тоже синий? Нет, он красный. В общем, вот так мы с вами мешаем, как следует,
что-то страшное, да, вот кажется, на голове будет синее все. Вообще, я этим тоникам особо не доверяла никогда и не красила, честно говоря, ими. Или, может быть, красила давно-давно, не знаю, почему у меня к ним такое какое-то отношение. Пахнет так вкусно, мне нравится. Мне кажется, что однажды я покрасилась, и получился свет. Цвет не такой, как я хотела. И, видимо, поэтому после этого я стала как-то это... недолюбливать их, что ли. Что-то, мне кажется, надо еще добавить. Я еще всего добавлю, потому что у меня волосы хорошо впитывают пигмент. Чтобы не мешать 300 раз. Я еще вот добавила. Краски много берут мои волосы. Особенно... нижняя часть кончиков. Ну и надо все прокрасить как следует. Потому что если будет не прокрашено, будет некрасиво. Так, я нашла также перчатки. Где они? Перчатки. Также возьму отсюда одну перчатку. И останется одна. Потом в следующий раз произойдет такая же ситуация. Все. Отставляю. Взяла расческу. Страшно. Ну а что делать? Шикаем на волосы, чтобы они были влажными, да? Сказали, обязательно нужно прочесывать все как следует. Ну я так немножко их сейчас... У меня брызгалка подпискивает. Слышите? Ладно. В общем, будь что будет. Поехали. Поехали. Падает на... На все падает. Господи, это... Боже, все будет в этой краске, что ли? Мама, это она капает. Капнула на руку. А я еще больше размазала. Блин. Мать, тебе удобно помочь мне? Посмотри. Возьми, пожалуйста, тряпочку, она оставляет потом цвет весь. Тряпочку. Да любую, блин, тряпочку. Не знаю, над столом хотя бы все это делать. Где её? Херня такая. Это, мне кажется, бесполезно сейчас. Тряпочка. Из-за нетатки. Вообще, конечно, по-моему, я как-то не так, да, все делаю. Ну, как всегда. Сразу понятно же, я делаю это в первый раз. Может, не показывать им этот ужас? Показать им уже итог? Наверное, лучше итог показать, я не знаю. Ну, выключила. Извините, друзья мои. Вы так слишком много увидели. Выключай на красный. Друзья мои, в этот тяжелый момент я хочу, чтобы вы были со мной рядом. Посмотрите. Это трэш какой-то. Почему меня никто не предупредил? Обои ты уже покрасила. Почему никто не предупредил? Что она слишком жидкая, что она, короче, разбрызгивается в разные стороны. И мне кажется, мне целую банку тоника нужно будет. Уже половину мы сделали. Уже половину сделали.
Мне очень вообще... муха. Мат, унитаз закрыть? Да. Так, сейчас, подождите. Сейчас. А что у меня будет с лицом? Надо срочно смывать, походу. Лицо. Сейчас, подождите. Я беру вот так вот эту часть. Это я просто вот так вот намажу. Вот так. Я это все просто, вот просто. Я не знаю, какой у меня здесь ужас сейчас творится, вы не представляете. Блин, там много еще. Вот так. Сейчас я все это намажу, так и буду прочесывать, естественно. Вы со мной еще? Очень плохо прокрашивает вот эта вот фигня. У меня краска уже бы вот везде была. А тоник, блин, нужно прям все, я не знаю, прочесывать прям. Видите, раз и белое там высвечивается. В краске нет такого. Во всяком случае, у меня нет такого. Мамулечка, возьми ваточку, пожалуйста. Если бы мамулечки не было вообще, я не знаю, что бы я сейчас сделала. Возьми ваточку, намочи водичкой. Блин, а там еще говорили, что нужно жирным этим намазать кремом. Да, не обязательно помыть. Заходи, как? Добрая мама. Нет. Всю банку, походу, придется на меня. Не смейся. Ну, главное, чтобы это нравилось моей маме. Маме... Та-да-да-да! Я сделала это! Ай, милашка, по-моему. В общем, девочки, вот, смотрите, вся синяя. Вроде бы все прокрасила, это вообще была идея фикс. У меня все прокрасить. Закончилась вся краска, я хочу, чтобы вы просто посмотрели, что на вас. Да, это я. Что творится на столе? Мам, покажи. Нажми вот эту штуку просто вниз. Посмотрите. Еще. Не, плохо видно. Это все мое родное. И вот. На самом деле, мне надо бежать смывать все это, потому что у мамы, например, с руки не смылось. В общем, все, выключаем. Ой, девочки мои милые, в общем, закончился этот трэш. Просто нереальный какой-то. Мы как сумасшедшие с мамой тут бегали и пытались эту синеву вымыть везде. Не знаю, что получится вообще, стоит оно того или нет. Это какой-то ужас. Мне кажется, что лучше использовать реально краску, какую-нибудь цветную найти, которая вот так вот не разливается, жидкая очень. Кайф, вообще не кайф это делать. И я советую, что если кто-то решил вдруг воспользоваться этим, это нужно вообще все вокруг вот так вот в газетках обложить. Я просто не думала, что настолько все это. Или залезть вообще реально в ванну. Ну хорошо, что оно смылось еще, понимаете, с моей кожи. Вот, я подрала. И мыло я специальными такими штучками, знаете, с которой умываются. То есть они как мочалка. Ну вот некоторые оттенки остались, но я довольно долго мазала, да, вот это все, мне кажется, полчаса, наверное, где-то красила, то есть полчаса где-то оно на лице у меня было, да, и оно смылось, слава богу. Ну вот, например, со стола ничего не смылось, вот, пожалуйста, посмотрите, со стола ничего не смылось, вот оно осталось. С перчаток смылось и откуда еще смылось? Ну, в принципе, это все. А, с одежды. Не знаю, с одежды. Вот у меня пятна остались. Я не знаю, смоется оно или нет. Ну, сомневаюсь, конечно, что смоется. Мама не верит вообще, что оно смоется с меня. И еще откуда-нибудь, в общем, не верит ни во что. Вот. Боже мой, это был трэш. Теперь вы знаете, что у меня... Вот в той тайной комнате. Я так долго скрывала, что там у меня. Может быть, у меня там открываешь и мансарда. Нет, там унитаз. Прям вот так. Ну, а слева там ванна.
Вы все просили у меня, кстати, рум-тур сделать вам, чтобы кухню и туалет показать. Я не знаю, зачем вам это нужно. У меня на кухне все время как бы все стоит, тут какие-то посуды. Ну, это, мне кажется, не весело вообще. То есть кухня не такое... Вот у меня лично здесь не времяпрепровождение, чтобы сидеть тут на кухне. У меня вот комната для души, да? А кухня, она, ну, обычная классическая кухня. Ванна, туалет, раковина вот так впереди. И вообще, как бы, я не думаю, что надо это показывать все. Вот мой унитаз, вот чем я чищу унитаз. Вот моя ванна. Ну, не знаю. Может быть, какое-то видео придумаю, что придется вам прям показать все это. Ну, пока. Ну, теперь знаете, что я там скрываю. В общем, ладно, я посижу так еще раз, два, 20 минут. И пойду смываться. И мы с вами увидимся потом, посмотрим, что было, что будет. То есть. Ну вот, мои хорошие, что получилось. Это, знаете, называется... перетонировала цвет волос, да? Ну, в общем, вообще, во всей этой ситуации меня радует только одно, что я показывала вам тоники синие, красные, что я хотела быть синий, да, там, розовый, светло-розовый, темно-розовый. Ну, в общем, я думаю, что это смоется. Я надеюсь, что это смоется. Кто пробовал, скажите, что оно будет смываться, естественно. Я думаю, что когда-нибудь, когда будет 2-3 помывки, оно будет как раз-таки приходить именно в тот цвет, который я хочу. А сейчас я похожу вот такая. Ну, блондинка совсем вообще скрылась, я просто убийца блондинок. Да. Но вы знаете, цвет очень необычный. Сейчас сзади покажу. Чем-то он мне нравится. И когда только я его сделала, я сразу вспомнила о том, что сегодня я забрала свою посылочку. Прислала мне ее Лерочка, одна из моих подписчиц. Господи, посмотрите, какая красота. Что она мне прислала. Это украшение. Это сережки. Я думаю, что они прекрасно мне дополнят сейчас образ. Когда я в первый раз увидела ее группу, увидела, какие украшения она делает из пластика, я, честно говоря, скажу вам, обомлела, потому что когда-то давно я занималась сама пластиком. Я набрала кучу пластика, собиралась сделать точно такие украшения какие-то красивые. Но когда я сделала первые украшения, это какая-то была фигня, какой-то лепесточек. И когда я зашла к ней, ну, она говорит, можешь зайти и выбрать там себе что-нибудь. Когда я зашла к ней и увидела, что она делает, я подумала, боже, вот это талантище, я бы такого в жизни не сделала никогда. Вот такие красивые украшения. Все пришло в таких красивых пакетиках. Она на самом деле занимается этим. Она делает на заказ такие украшения. Посмотрите. Колечко. Ой, мама родная. Ой, мама родная. Очень качественно сделано. Очень красиво. Везде вот такие бирочки. Вот с такими вот сухими лепесточками. Ну, то есть видно, человек делал от души. Вот такие вот пакетики. Милые. Вообще, Лерочка, спасибо тебе большое, это реально очень круто. Девчонки, если вы хотите себе вот такие вот украшения замечательные, вы можете пройти по ссылке внизу в ее группу. Она делает на заказ, отправляет почтой по России, и у нее цены вообще просто. На самом деле, это не стоит таких дешевых цен, которые у нее там. Я бы, Лера, сказала тебе, ставь больше, потому что, ну, прям просто, это должно стоить очень дорого. Ну, видимо, пока человек раскручивается, да, и делает недорого, поэтому, пожалуйста, зайдите, посмотрите, я думаю, вам понравится, там такие шедевры, там такие комплекты, я прям выбирала, выбрала тот, который более мне подходит, вот такие, блин, не могу налюбоваться, а смотрите, как красиво играет, да, вот с этим цветом, и мне надо сделать фотосессию, точно, я сделаю фотосессию, Лера, я сделаю фотосессию с твоим комплектом, мне очень нравится. Да? Ой, вообще, какие красивые сережки. И ты это сделала своими руками. Это я не представляю вообще, как ты это сделала. Как ты это сделала? Это я делала один лепесточек, реально, ужасный. В общем, ладно, дорогие мои, оставляйте комментарии по поводу цвета волос. Так, ссылку на Лерочку я оставлю внизу. Проходите, посмотрите, что у нее есть. По поводу цвета волос, кто пробовал, скажите мне, пожалуйста, через сколько у меня все это дело смоется, потому что, конечно, блондинка, наверное, получше будет, да? И
ну вот так, подержала 20 минут. Вообще, конечно, я не понимаю, заявлено один цвет, а в итоге другой. И то он заявлен светлый, пепельный, серый, да, получился у нас фиолетовый какой-то. А представьте, я бы покрасила синим вообще. Вот если я синим покрашу, наверное, там вообще какой-то черно-синий, насыщенный, да. Ну, вообще, под лицо все к лицу, и я знаю, что мне идет и этот цвет. И с розовым очень красиво сочетается. Так что, дорогие мои, учитесь на моих ошибках, пользуйтесь моими советами, советуйте мне тоже что-нибудь. Я жду в комментариях все по поводу вот этого дела. И увидимся с вами в следующем видео. А, лайки и подписки, кто первый раз. Люблю вас и целую. Что-то я слишком много говорю, что я люблю вас. Вырывается. Вырывается.